топчик игр на телефон. Будут такие, как онлайн и офлайн. Первая игра — это World of Tanks Blitz, ну, точнее, Tank Blitz. В игре присутствует большое количество разной техники и разных стран. Американские, немецкие, советские, японские, великобританские и так далее. В игре есть несколько классов техники, ПТ-САУ, эти танки для кустов, тяжелые танки для сдержания направления. Имеют неплохое бронирование, как башни, так и корпуса, но, к сожалению, очень плохо с подвижностью, мобильностью и проходимостью. Следующие в очереди у нас средние танки. Это очень-таки прикольный класс техники, мои самые любимые. Они имеют очень хорошее бронирование, орудие и подвижность. Наконец мы добрались и до легких танков. Очень картонные, мало броня, слабенькая броня, но неплохое вооружение и скорость, маневренность, проходимость там. Ну, погнали к следующей игре. Мистер... Ну, эта игрушка офлайн. Прикольная игрушка, можно поиграть. Очень-таки затягивает, прикольно пострелять там. Игра подойдет как для постоянного гейминга, так и для того, где там без интернета в подземке где-нибудь или во время ожидания. Советую поиграть в эту игру, прикольная. В игре присутствует большое количество уровней, разной сложности, и с каждым уровнем игра все усложняется. Но есть реклама, и она мне очень-таки поднадоела. Погнали к следующей игре. Следующая игра у нас в топе — это Behop Pro. Иными словами, паркур. Игра про паркур. Здесь есть, можно как играть и онлайн, и офлайн. То есть можно и без интернета. Суть игры — паркур. То есть разного рода паркурить и отскакивать от препятствий. Также тут есть ножик и перчаточки, там ножи всякие. То есть это как бы для улучшения игры. Ну там параллельно, как ты играешь и паркуришь, тебе еще и дают разные скины. Ты их можешь покупать как за деньги, так и за специальную валюту. Игра затягивает, но перестает нравиться, когда много сливаешь. А эта игра не очень легкая. Можно играть, играть и вот так вот легко взять и слить. На этом у нас топ игр не заканчивается. В игре есть очень большое количество карт, разные режимы. Друзья, всем спасибо за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь. И скоро я выпущу следующий видос. Всем спасибо, пока.